ж, доброго ранку, і настав час, коли до нас завітали гості. Будемо говорити на актуальну і серйозну тему. Отже, поруч зі мною сидить Олександр Олейніков, волонтер, та Юрій Підвишинський, теж волонтер. Доброго ранку, дійсно, дуже актуальна тема, і ви, волонтери, ви відправляєте вантаж на схід, де розгортаються буремні події, вже не один місяць, що там казати, не рік, і дуже актуально. Скажіть, що це за саме волонтерство, що це за вантаж, як давно ви займаєтесь? Тобто, хочеться трішечки історії. Давайте я начну. Будь ласка. Да. Угу. Доброе утро всем. Хотел бы сказать, что ну, как бы у нас волонтерство уже много, это многим по времени многим кто занимается, да, всех на устах. За нашу организацию хотелось бы более точнее рассказать. Еще раз, может быть, мало кто знает. Угу. Начинали мы еще 2014 год, это июнь месяц. Наша глава ассоциации Троченко Светлана. В организации очень много наших членов команды волонтеров, плюс активистов, плюс громадских деятелей. Самое главное, это все начиналось начало лета прошлого года. Инициатором вы были, я так разумею? Инициатором было несколько человек. Светлана Троченко, так как мать и жена военнослужащего. Наше полное название, я начну с этого, Ассоциация солдатских матерей. Та волонтерів 79. Всі спрашивают, почему тоже 79, Ассоциация солдатских матерей, это Светлана Троченко, да, вот, как представляла солдатские матери. А волонтер 79, на то время была только одна единственная 79-ка. Боеспособная, когда вот ребят призывали, да, вот первую ротацию. Ну, так вот называлось. Потом уже помогали всем. 19-ка, это территориальная оборона, Нацгвардия, и пошел-поехал. Скажіть, ви пам'ятаєте свій, це гуманітарна допомога, так? Тільки, да. Пам'ятаєте ви цю першу своє гуманітарне відправлення? Поділіться, будь ласка, цією історією, розкажіть, і що це саме був за вантаж? На то время, хто пам'ятає, були дуже острі потребності, це в бронежилетах, каски, а потім вже питання, вже об этом ніхто не думав, одежда, питання, саме головне, бронежилети, каски. Світлана, Юра, наша большая команда, мы со всех сил. На то время, если честно, у людей был такой дух патриотизма, что в принципе не задумывался, как искать, где искать. Угу. Звонили по знакомым, звонили по предпринимателям, на те же самые все фирмы, зерноторговые, транспортные фирмы, помогали без проблем. Тобто ви працюєте з перевізниками, ви самі безпосередньо туди доставляєте цей вантаж, все правильно, ви там були? Самі, да. От у нас на цій неділі буде юбілейна 60-та машина. Ну, ми 60 разів ви вже були там, так? Да. Если посчитать, мы месяца два назад считали, когда вот, ну, отчетность ведется, просто что у нас сейчас бухгалтер девочка уехала на Западную Украину, мы считали, у нас это было на 1 800 000 мы гривен уже на то время собрали, это не считая там вот, ну, как продукты питания приносят сало там, да, которое нельзя учесть там, ну, финансово. На 1 800 000 гривен это мы за это все время это собрали. По тоннажу, вот не помню цифры, не буду говорить. Ну, достаточно, да. Если но машина в среднем идет 1,5–3 тонны. Один раз там було, там 4-5 тонн, да. Навіть важко уявити. Вам допомагають містяни, так, нашого міста, громадські активісти. Як вони на вас виходять? У вас є в соціальних мережах, напевно, да, от клич такий, от розкажіть про це, будь ласка. Є страничка в Фейсбуці, є група странички, ну, група в Фейсбуці, так і називається, Ассоціація солдатських матерей та волонтер 79. Я хотел бы поправочку сделать. Мы не только наши местные города помогают. Мы очень, нам помогает Херсон, Каховка, Одесса. Південь Украины. Да, наши региональные, наши районы. Это Южноукраинск, Первомайск, Новая Одесса, Снегиревка. Навіть із столиці. Ось зараз наші глядачі мають змогу переглянути фото. Я так розумію, що це процес, да, підготування вантажу. Це вже доставка вантажу. Це вже доставка. Да, це вже, Ось ми бачимо Світлана, да, безпосередня учасниця. Так, і зараз ще буде невеличке відео, яке наші телеглядачі зможуть переглянути, а ми давайте продовжимо розмову. Скажіть, тобто ви без всіляких проміжних складів, з рук в руки передаєте цей вантаж, коли приїжджаєте? В чому відрізняється, може бути, наші команди, збираємо груз і лично розвозимо ребятам, солдатам на передову. Очень редко широкий лан, потому что тут есть, ну,
много местных волонтеров, которые помогают. Ну, если обращаются, все равно помогают. Угу. Вот буквально на прошлой неделе артиллеристы стояли, 59-я бригада, там ветошь, запчасти на пушки. Угу. Как бы, ну, бывает даже такое, вот не хватало там. Я зрозуміла, скажіть, а чи є якісь проблеми? Стикаєтеся ви? Ну, напевно, що так. Ну, що під час от, доставки цього вантажу в такі точки. Ну, начати з того, що проблема вже, наверное, як у нас почалось перемир'я, якобы так, в лапках, да? То вже дуже великі проблеми. Ніхто не хоче, как бы, да, так відзиватися на ті просьби, які ми робили, тому що я же говорю, раньше, если составлять список, что нужно, ты знаешь, что вот есть местный там, или депутат, или uh-huh. местный предприниматель, он мог помочь, там посуда одноразовая, там uh-huh. средства там, борьбы с мышами, да, там uh-huh. Ну, бесплатно давали. Сейчас уже, ну, ребят, хотя бы по себестоимости, да, там, или там уже. Все равно это финансово. То поутихло, да, от раніше було дуже популярно, хотіли, самі розшукували волонтери, щоб допомагати. Зараз це трішечки приутихло. Це що відбувається? Чи люди вже звикли до цього? Чи люди зневірили? Чи це вже якась дифузія просто війни в мирне життя? Хтось уже живе, думає, що це його не стикається, це вже на порції гарячий пройшов і все. От що відбувається? Чому так? Наверное, все-таки информационный вакуум, который у нас сейчас находится в телевидении, потому что у нас в основном, наверное, 80% больше смотрят телевизор. Uh-huh. Сельское население, мало кто сидит в Фейсбуке, да, uh-huh. но хотя в Фейсбуке вы знаете активно, что все активисты, все громадские деятели, все волонтеры, мы общаемся в Фейсбуке, мы знаем, что происходит на передовой. Uh-huh. По телевизору этого не показывают. И вот, наверное, из-за этого, мне кажется, что... И знаете, как некоторые подустали еще немножко... Морально-фізичні теж. Адже так, доволі тривалий час уже відбувається те, що маємо. Скажіть, будь ласка, от, я так розуміла, що зараз держава, чиновники не приймають, не беруть участі в допомозі у відправці цих вантажів. Скріпом. Да. Тяжело. Якщо... Ну, Юра, може, розкаже, пускай Юра. Да, буквально, ну, скажімо так, не то, щоб чиновники, ну, от... По-свежему, буквально перед выборами, такая была ситуация, обратились, нужно было срочно, вот, груз организовывали на передовую, и одному из кандидатов, скажем так, не буду рассекречивать. Да, давайте завершим. Да, пусть это будет на совести этих людей, но вот мне было сказано буквально следующее, у нас же в перемирии, то есть денег... Как бы нет. Хотя возможности собирать их, это всегда присутствует. А тем более в таких учреждениях, uh-huh. куда мы обращались. Там деньги всегда есть. А вот местные жители, еще вот с майдановских времен, как только вышли, вот, особенно вот те, которые в нашем uh-huh. Николаевском Майдане принимали активное участие, они до сих пор лямку тянут вместе с нами и звонят. Вот, во-первых, именно как выходили на нас, вот, просто зная нас, uh-huh. активистов майдановских, спрашивали, а где, а что, на кого можно выходить, кто именно ездит, uh-huh. а не просто собирает. Вот, тогда, вот, когда организовался центр волонтеров, многие пошли туда и до сих пор привозят и приносят, и деньги отдают. А вот я могу отметить, скажем так, вот, северный микрорайон, Валентина Васильевна угу. Кочура, большая благодарность и низкий поклон женщине, которая уже далеко за 70, угу. Но активная, с такой позицией, с такими «мы победим» однозначно, и солдат наших не бросит. От бачите, саме от з таким натхненням, з такою вірою, може, все ж таки переможемо. Скажіть, коли ви останній, от через неділю ви їдете, через тиждень, а останній раз, коли ви? Це була поїздка неділі півтори назад, якраз поламалася коробка в нашому мікроавтобусі. Угу. Ми її оставили в Новій Каховці, у наших угу. колег, партнерів по волонтерству. Помогает нам сейчас ее сделать. Буквально на днях мы должны забрать машину и опять возвращаться. Ви як безпосередній свідок того, що ви там бачили, були, поділіться тим, що зараз відбувається, тією атмосферою, тому що ви, як ніхто краще, можете донести цю інформацію до нас. Тут треба бути кратким, тому що, наверное, більше все-таки це передасться відео, фотоотчетом. Угу. Я думаю, отак, от, наверное, відповісти. Чому? Тому що, ну, на словах це не передати. Я зрозуміла. Состояние, ну, наверное, все видят, все тоже мониторят.
Тоді добре, таке запитання, скажіть мені, віра все ж таки є, от що, все ж таки? Очень есть большая вера, надежда, плюс большая уверенность в нашей победе. И когда бойцы получают те же самые письма с детских, со школ, с детских школ, интернатов передают. Вот мы передавали буквально термобелье, в термобелье, да, там мы вообще в каждой подарке, в каждой вот к отдельным бойцам, да, передаем, и там вот всегда письма от, там, от школьников, я же говорю, от детей, картинки, рисунки, и когда солдаты читают, у нас есть видео, когда, ну, реально плачет солдат, да, когда вот он там год уже на передовой, да, была ротация какая-то маленькая, но все равно. Это морально поднимает, это морально поднимает. Мы, кстати, вот иногда людям обращались, говорили, вот, вы когда передаете такие вот вещи, да, хотя бы в записочке где-то оставьте свой контактный телефон, бойцы просят кому-то позвонить и так далее. Ну, обратная связь. Да. Люди все равно как-то чуть-чуть побаиваются, потому что все-таки передовая, мало ли что, в общем, всякое случается. Ну поэтому, да, для страховки, вот, да. И все-таки хочется еще акцент сделать, что сейчас самое наинеобходнейшее, вот, нашим військовим, от що, от, наприклад, ці вантажі, що ви будете відправляти, що там більше всього переважають? Ну, якщо сказати ціленаправлено, так, ну, зараз срочно треба там дві пари рацій, бінокль, да, як би, понятно, це, ну, завозили ми планшетники для от, безпілотників, 4-5 поїздок назад помог Олександр, парень, тепловізор. Даже было, да. Ребятам передали тепловизор. Скажу больше, наверное, последние поездок 20 только в район Песок вот возится. 93-я бригада, это непосредственно передовая. Это не... Я зрозуміла. Дуже часто волонтери настільки захоплюються своєю волонтерською роботою, що не приділяють увагу собі, зокрема своєму здоров'ю. От зараз я хочу трішки зупинитись на цьому. Світлана, да? Ми бачили фото, волонтер, активістка, яка від самого початку цим займалась, допомагала, і тут у неї сталася біда. Дуже така, ну, серйозна тема, неприємна. Ну, все ж таки розкажіть про це, будь ласка. Ну, знаете, как у каждого человека в жизни есть семья, есть свои проблемы. У Светланы нашей, Светланы Трещенко, случилась такая ситуация в семье. Мама провели уже одну операцию. Мама находится в очень тяжелом состоянии. Ежедневно у Светы там, ну, идут затраты до 2000 гривен. Вы понимаете, что... Я как волонтер, как Светлана, как Юра, как наши коллеги, все работают, из дому выносится практически все. Ну, я имею в виду финансово, там даже те же продукты питания. У Светы сейчас такая ситуация получилась, патовая, что она уже помогает полтора года, как, ну, наша коллега, мы коллективом помогаем уже больше полтора года кому-то. Но мы, вот сейчас Светлана нуждается остро необходимо в помощи от других людей. Я вот к этому веду, что мама очень в тяжелом состоянии. И тоже прошу, вот если вот сегодня есть, да, ось на экранах может бачити номер особового рахунку, наші мешканці, сюди треба відправляти кошти. Да. Вот у нее очень тяжелая ситуация с мамой уже, я же говорю, еще раз повторюсь, уже не помню, сколько операций у мамы произошло. В тяжелом состоянии просим неравнодушных людей, помогите волонтеру. Наверное, это мало кто когда обращается, но вот действительно, сегодня, так, если можно, вот так обратиться вот с такой просьбой, помочь Светлане, потому что... Я дякую вам, сподіваюся, що мешканці нашого міста будуть небайдужі і допоможуть, адже потрібна взаємодопомога в наш такий важкий, складний час, і хто, як не ми, зараз маємо допомагати один одному. Дійсно, волонтери дуже багато чого зробили для нас, для наших військових, і зараз, коли вони потребують допомоги, я думаю, ми просто не можемо залишитися байдужими в такій ситуації, адже, знаєте, як то кажуть, по копійці можна зібрати доволі... І бідному на сорочку. І бідному на сорочку. Це дійсно так. Дякую. У нас в студії був Олександр Олійников, волонтер, та Юрій Підвишинський. Я дякую вам, що ви у нас такі є, за вашу роботу. Ви нам допомагаєте.